Что касается еще других покрытий, каких-то вариантов отделки, мы привыкли использовать либо там, что обычно используется? Обычно используются обои, да, разные виды обоев. Бывают виниловые обои, бывают бумажные обои, бывают покрытия, какие-то жидкие обои, может быть, просто покраска. Но очень часто гораздо какой-то интересный эффект достигается благодаря принтам. И здесь важно не переборщить и использовать, например, какую-то одну акцентную стену и делать на ней, не знаю, какие-то контрастные рисунки или, наоборот, уходить в полтона, играть на цветах. Также есть один такой прием, такая хитрость, когда в маленьком пространстве почему-то некоторые считают, что если комната маленькая, да, там все должно быть еще маленькое, соответственно, стать маленькая мебель какая-то, должен быть маленький рисунок там и так далее. Но нужно учитывать, что если мы в маленькой комнате используем какие-то маленькие принты и маленькие предметы, она становится от этого еще меньше. И этот эффект уюта, которого мнимо хочется достичь, он не достигается. В маленьких пространствах очень хорошо играют, наоборот, крупные предметы, немножко даже преувеличенные. То есть пример с потолком, который вы увидите, яркий пример того, что невысокий потолок очень удачно заиграл, благодаря тому, что на нем просто огромные сделаны масштабы принты. И мебель выбрана невысокая, да, то есть стоят там невысокие стулья, невысокие консоли. За счет этого пространство абсолютно не выглядит каким-то убогим, куцым, хотя по факту высота потолка там очень небольшая.